Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Елена, и сегодня хочу приготовить скумбрию. Очень вкусно буду ее запекать. Вчера готовила по этому же рецепту селедку. В общем, мы ее не съели, мы ее проглотили. И у меня вот осталась банка с рассолом. Чтобы новый рассол не делать, я в этот же рассол сейчас посолю скумбрию. Как делала? Налила 2 литра воды. И добавила сюда 300 грамм соли. Значит, готовила 15% солевой раствор на литр 150 грамм соли. Посол у меня будет в течение 3 часов, этого будет достаточно, а потом буду запекать. Но хочу эту рыбу сделать чуть-чуть золотистого цвета, поэтому я добавляю куркуму, свою любимую, чтобы получить подкопченый цвет. Столовую ложку вот так растворяете. Вот она, красивая, золотистая. Кстати, у меня есть ролик. Называется «Была рыбка простая, стала золотая». Посмотрите, хорошо, вкусно получилось. Сейчас чуть-чуть сделаем, как под горячее копчение. Все, теперь в эту банку я буду опускать рыбу. Полностью ее сюда вот так засовываем, хвост опускаем. И на 3 часа, кстати, смотрите, внутренности удалила, жабры тоже я удаляю. Они не надо, чтобы горечи лишней не было. И это также, она потрошенная, ускорит нам процесс просаливания. Все, вот так вот я ее оставляю туда, подминаю, буду подходить. И где-то вот так вот пройдет время, так раз-раз-раз, баллон сколыхну, чтобы куркума моя равномерно окрашивала рыбку. Все, ждем, а дальше будем запекать. 3 часа у меня прошло. Я приготовила форму вот такую с решеткой. Надела перчатки, потому что с куркумой, сами понимаете, будут отпечатки. Вот видите, вчера я вам говорю, селедку уже съели, готовила по этому же принципу. Так, ну что, подходила, колыхала, вытаскиваю ее за хвостик. Аккуратно, потихонечку. И укладываю на решеточку. Смотрите, видите? Конечно, она не будет у вас прям вот желтая-желтая, но слегка золотистого цвета она и будет. Чем дольше будете держать, тем она будет у вас желтей. Все, все лишнее у меня стечет. Я ее уложила, а какая она жирная будет, вы не представляете. То есть вы представите, если приготовите. Все, я вот эту пирамиду отправляю в духовку, но запекать я ее буду не при 180 градусах. Нам не надо, чтобы она полопалась, а запекать я ее буду при 100 градусах, минут 40. А потом вам покажу. Все, мои хорошие, достала я рыбку. Смотрите, брюшко, какой жирочек. Видите, уже белок все свернулся, рыба готова. Золотистого цвета, красивая. Отварила картошечку, сейчас я ее уложу. Да, кстати, вот эта кожа, она не от температуры полопалась. Это она, ну, изначально уже поврежденная чуть была. Поэтому она сохраняет форму, смотрится она как горячего копчения. Видите, она сухая, плотная такая. Ну, конечно, она будет, ну, очень жирная. Видите, пленочку вот так вот держу. Видите, она подсушенная. Все идеально. Все, добавляю картошечку. Уложила картошку, немного сладкого перца. Ой, не знаю, как у вас, у меня уже слюнки текут. Даже не сомневайтесь, что это вкусно. Аппетитно, но правда же похоже, как горячего копчения. Попробуйте, приготовьте. Сначала вот засолите по такому способу, а потом запеките, но не превышая температуру. 100 градусов будет достаточно. Вот такая вот у нас рыбешечка. Все, всем желаю приятного аппетита. Ну и как обычно, мои любимые, приходите завтра.